Ευλογητό ο Θεός Однажды к старцу Паисию Святогорцу пришли несколько монахов из скита великомученика Пантелеимона и спросили его: «Старче, объясни нам, что такое покаяние». Старец Паисий долго говорил с ними, но они так и не могли уразуметь. «А в чем же все-таки суть покаяния?» Тогда старец Паисий ответил так: «Благословенные отцы, представьте себе, маленькому мальчику запретили брать без разрешения конфеты. А он, когда остался один, взял конфету и съел. После этого он приходит к отцу и говорит: «Отче, прости меня, я съел конфету». Отец, конечно, огорчается, но вместе с тем и радуется, гладит его по голове и говорит: «Ничего, сынок, прощаю тебя». Но мальчик не бежит играть, но говорит отцу: «Нет, отче, прости меня, я съел конфету, но я не хотел этого делать». В ответ отец еще сильнее гладит, прижимает его голову к себе и говорит: «Прощаю тебя, дорогой мой, больше так никогда не делай». Но в ответ сын прижимается к отцу и кричит: «Отче, я съел конфету, я больше никогда не буду так делать». «А скажите, братья, что делает отец?» Тогда отец берет его на руки, обнимает, целует и говорит: «Сынок мой, как я люблю тебя». Вот так, благословенные отцы, это и есть покаяние, и вот так в покаянии действует Господь. Монахи получили большую пользу от этой притчи и запомнили ее на всю жизнь, так что рассказали нам эту историю спустя целых 40 лет.